что сейчас работает. Да, ты готов, что ты сделаешь? Что пишем? Что? Так? Стоп. Игорь, о чем мы под эту песню выстраиваемся? Я просто проверяю выбор. Но он звучит, он слышен. Надо просто самое отчекать звук. Я его, да. Вокал, добавляю вокал. Игорь, вокал. Добавляю, Денис. Так, хорошо, Денис? Просто по отношению к уровню вокала, плейбэк очень громко сейчас звучит. Вот я просто спрашиваю. Так вот, вот давай, делай тише. Да на 20% минус. Где? Вот запустите его, послушайте, пожалуйста. Витя! Витя! Запусти. Раз, два, три. Один, два. Раз, два. Можно 5% вернуть обратно. Раз, два, три. Хорошо. Слава. Тебе хорошо, вы послушаете? Вы только громко? Здравствуйте. Он мне что говорит? Чё? У него всё хорошо. Всё хорошо. Слава. У меня что-то потрескивает периодически. Ок. Дениса нет в линии вообще? Ну, мы с того же не сильно. А, да? Я хочу Дениса поиграть. Слушай, а мне прям вот тут вот так. Знаешь, опорный инструмент вот здесь. А я остался. Мне кажется, я слишком долго звал. Все то, что не спешило отзываться. Не
За окном наполнил ветер паруса, а я остался. Остался между завтра и вчера, стирая в телефоне номера. Куда-то все вокруг спешат, и нечего терять, а я остался. Окей. Игорь, тебе хорошо? Отлично. Так, что вам спеть? У нас есть время. Все спеть? Маяк? Мы сюда приедем в августе выступать. И вот тогда мы споем все. Мы тоже. Ребят, у нас первый вот концерт на площади за... 3 месяца. Без малого 4 уже, кстати. Да, да. Поэтому мы сами хотим вот, вот уже с вами, со всеми пообниматься, попеть и все такое. Но надо... вот из таких вещей, я считаю, что... из изоляции и из запоя нужно выходить постепенно. Первое у меня было, второго пока нет, и надеюсь, что не будет. Поехали. Да, мы когда? О, маяк. В темноте моей маяк, самая яркая моя, самая светлая моя, я люблю тебя. В темноте моей заря, самая ясная моя, самая летняя моя, я люблю тебя. Среди планет, стихов и песен, я рад, что я тебя нашел. Продолжаем. Тебе со мною интересно, а мне с тобою хорошо. Мне хорошо, когда ты рядом, в твоих глазах моя душа. Когда тебя встречаю взглядом, я забываю, как дышать. В темноте моей маяк, самая яркая моя, самая светлая моя, я люблю тебя. В темноте моей заря, самая ясная моя, самая летняя моя, я люблю тебя. Эта песня посвящается всем, кто наконец дошел до снятия карантина. И кто знает, что такое любить на расстоянии через 2 слоя медицинской маски. Песня называется «Удаленка». Поехали. Это где? А что, нет там? А у нас есть, да? Да? Что, не надо? Стоп. Конечно, не надо. Да я понял, что это мне. А что такое любовь? О, давай в проекте споем. Что такое любовь? А? Так, мы споем другую новую песню, которая называется «Что такое любовь?». А песня «Удаленка» сейчас находится на YouTube, там можно посмотреть клип. А, клип, некоторые считают, что он плюс 18, но на самом деле нет. Ну там люди в белье ходят иногда. Я нет, я в халате. А мне написали столько негатива на этот клип, я даже такого представить себе не мог. Где ты там, с кем ты там, я себе не нахожу места. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу. Аленка, Аленка, без тебя мне не по кайфу. Зайдете на YouTube, посмотрите этот клип. Дадите свою справедливую оценку, я вам буду очень за это признателен. Хорошо? Поехали. В причал солнце светит, и чайки что-то кричат. Зачем тебе любовь? Ты можешь быть с любой,
мне все вокруг говорят. Я им верил, пока не встретил тебя. Тону в огромных глазах, я полюбил тебя за то, что с тобой я узнал, что такое любовь. Забудь про слезы и боль, я буду только с тобой, только с тобой я узнал, что такое любовь. В причал солнце светит, давай не будем скучать, давай отключим связь, пусть потеряют нас, зачем нам кто-то еще. Карты спрячем, чтоб нас никто не нашел. Тону в огромных глазах, я полюбил тебя за то, что с тобой я узнал, что такое любовь. Забудь про слезы и боль, я буду только с тобой, только с тобой я узнал, что такое любовь. Что такое любовь, что такое любовь. Отлично. Мы на этой сцене будем в 20.50. До нас тоже поступают, да и после тоже потрясающие артисты. Спасибо огромное за прием. Посмотрите удаленку и скоро увидимся. Пока. Встречайте. Всеми нами любимый. Родион Газманов. Темная ночь, только пули летят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Мами, темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Это вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Верю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Но ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ничего не случится. Ничего не случится. Ничего не случится. Спасибо большое. Привет, Севастополь, с праздником! Со времени Великой Отечественной войны и после нее было написано огромное количество потрясающих песен. И это одна из них. В тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги назло, запутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь улыбку твою и глаза. Пой, гармоника, вьюги назло, запутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке
руки тепло. От моей негасимой любви. Я желаю, чтобы вас всех дома всегда кто-нибудь ждал, потому что это самое-самое главное. С праздником! Так, друзья, ручки вверх поднимаем вместе с нами, танцуем, поехали! Раскачаем эту площадь! Летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекой зорки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный смущен не пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущен не пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Отвечала парни так, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Вчера на партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. По тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке-молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Василина Краснослободцева. Родион Газманов. Ну что, я думаю, сейчас самое время вам, ребята, попеть вместе с нами. Готовы? Отлично, потому что эту песню знают все. Это самая известная песня, наверное, военных лет, и она заключается в женском имени. Как думаете, каком? Конечно, поехали. Так, и давайте ваши ручки все увидим. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
выходил на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходил на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песня заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Знаете, я очень хочу сегодня спеть одну из своих песен. Можно? И эта песня, она для меня имеет очень большое значение, потому что последние 4 года с нашей командой вместе с фондом «Старость в радость» мы даем концерты в домах для престарелых. И там, в том числе, мы встречаемся с ветеранами Великой Отечественной войны. И очень грустно бывает видеть, когда о людях забывают, их близкие, или вообще кто-то забывает людей, которые проливали кровь ради того, чтобы мы с вами сегодня могли жить. Эта песня была написана в одной из таких поездок, и она называется «Остался», потому что никто не должен оставаться один. Помните об этом. Я слишком долго ждал того, что не спешило возвращаться. Мои друзья давно сменили адреса, а я остался. Мне кажется, я слишком долго звал все то, что не спешило отзываться. И за окном наполнил ветер паруса, а я остался. Остался между завтра и вчера, стирая в телефоне номера. Все вокруг спешат, и нечего терять, а я остался. Мне кажется, что я нашел любовь,
мне кажется, в последней загоне, что я живу, пока живет твоя ладонь в моих ладонях. Мне кажется, что мир сошел с ума, что люди перестали улыбаться. Мои мечты уносят птицы в небеса, а я остался. Остался между завтра и вчера, стирая в телефоне номера. Куда-то все вокруг спешат, им нечего терять, а я остался. Просто так ложатся капли на асфальт, а я все время думаю о ней. А я все время думаю о ней. Спасибо большое. Ребята, как бы вы знали, если бы вы знали, как мы все наши команды соскучились по тому, как звучит огромная толпа народа. Давайте вас услышим! Путь-дорожка. Поехали! Через реки, горы и долины. Кто слова знает? Сквозь пургу, огонь и черный дым. Помогайте! Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам, фронтовым. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Как у вас там дела? Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, и легок, и не скор. Шли мы дни и ночи, было трудно очень, но баранку не бросал шатер. Дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость не дарем. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых разъезженных дорог. Эх, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Руки выше, с праздником! Так, ну что, ваша очередь, петь, готовы? Эх, путь-дорожка. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам
и еще дома дела. Родион Газманов! С праздником, город, герой, Севастополь! Спасибо! Родион Газманов и его музыкальная семья. Так Родион сказал мне в аэропорту. Я говорю: Родион, ты кого ждешь? Он говорит: свою семью. Я говорю: что, папа приехал? Он говорит: нет, свою музыкальную семью, группу мою. Когда тебе звонят и приглашают где-то выступить, это очень большой комплимент для артиста и его директора, опять же. Вот. Во-вторых, конечно, я очень люблю Крым, я очень люблю Севастополь. И когда не просто нужно, там, не просто получается найти в графике время, чтобы здесь оказаться, да, побывать, но это еще и связано с работой, это вообще замечательно.